Всем привет! У меня есть вот такая тумба. Думаю, многим знаком этот силуэт. Сегодня освежим ее с помощью красок Дель Броско, рисунком через трафарет и новой фурнитурой. Снимаю старую ручку и для наилучшего сцепления с краской затираю поверхность наждачной бумагой. Обезжириваю. Для максимально прочного покрытия использую грунт, наношу его валиком. Также валиком наношу основной цвет, очень красивый цвет, называется Taub. Так как валик распределяет краску достаточно тонко, мне понадобилось 3 слоя. Чтобы легче распределялась краска валиком, я разбавляю ее водой. Примерно 1 столовая ложка на кювету. И обязательно хорошо размешать. Труднодоступные места прокрашиваю кистью. Ящик тумбы будет отличаться цветом и фактурой, поэтому здесь я использую кисть. Боковины тумбы я тоже хочу выделить цветом, но сначала защищаю ранее окрашенные элементы скотчем для деликатных поверхностей. На полочку тумбы наношу орнамент через трафарет. Обязательно снимаем излишки краски с кисти и тампирующими движениями наносим рисунок. Дно ящика также украшаю через трафарет контрастным цветом. С краской я закончила, теперь можно аккуратно удалить скотч и осталось залакировать тумбу. Лак наношу синтетической кистью, 2 слоя. Когда поверхность просохла, можно вернуть ящик на место и установить новую ручку, которая замечательно гармонирует с новым цветом тумбы. Готово.